Микрорайоном Купеленко было представлено три проекта. В одном из них жильцы домов номер 1, 5, 10, 12 и 14 просили выделить средства на увеличение парковочного пространства. Проект был принят к рассмотрению и успешно прошел все конкурсные этапы. Проект готовили, были общие собрания жильцов по домам. То есть жильцы принимали решение, где, как увеличить парковочное пространство, чтобы это было не сильно в ущерб газонному пространству. Вот, в итоге сам проект был подготовлен, но реализовать его удастся благодаря только вот инициативному бюджетированию. В реализации проекта принимают участие не только инициативные жители и администрация района. Новая управляющая компания, недавно вступившая в свои обязанности, также не осталась в стороне. Нам было предложено поучаствовать в этой программе, вот, программе софинансирования. Наше руководство включилось в эту работу, мы перечислили необходимые средства. Нам важно, чтобы в микрорайоне Купеленко было благоустройство и социальная сфера достойная. Места будут организованы за счет уменьшения площади газонов. За это выступило более 400 человек. Учитывая плотность застройки и количество автомобилистов, решение вопроса парковки для жителей в приоритете. Всего вблизи этих домов будет сделано 119 мест, и для многих это станет спасением. Испытываем постоянно нехватку парковочных мест. То есть получается уже после 11 в районе машину поставить нигде нереально. Все газоны, все заставлены машинами, поэтому собрали инициативную группу и решили расширить парковочное пространство. Несмотря на решение проблемы с парковкой ряда домов, нехватка мест для стоянки автомобилей в Купеленке в целом останется. Жительница дома номер 7 Александра Воропай, чей дом не попал в проект в этом году, считает, что подобные изменения должны коснуться всего микрорайона. Мы тоже голосовали, мы тоже хотели войти в эту программу, но вот как бы не вошли. Конечно, хотелось бы и на будущий год, если будет такое субсидирование, я надеюсь, оно будет, тоже войти. И есть у нас место, где сделать парковочные места, ту же экопарковку, вполне возможно, очень хочется. Уже в ближайшее время начнутся работы по созданию дополнительных мест для стоянки автомобилей. Окончание строительства запланировано на конец сентября. Алексей Мельников, Николай Карбан, Сергей Ларин. Видное ТВ.